пусть погода может быть не такая солнечная, но она не испугала. Посмотрите, какие радостные наши детишки. Пусть по чуть-чуть, пусть понемногу. Но мы делаем, они заняты. И это, наверное, самое главное в нашей жизни – занятость наших детей. Место прекрасное. Посмотрите, насколько здесь все ухожено и вот подвигает к проведению таких мероприятий. Так что это будет хорошая традиция. А администрация Ленинского района всегда поддерживала и будет поддерживать. Сегодня Октябрьский район вместе с родителями приехали сюда, в Лошадский парк, для того, чтобы принять участие в этом замечательном мероприятии. Вот такое мероприятие, как ровер, перший ровер, это, конечно, такая как проба пера, хотя мы не первопроходцы, первопроходцы были весной, в апреле месяце. Вот, но я надеюсь, что это будет такая хорошая, добрая традиция, мы будем активно участвовать. Вполне возможно, что после окончания вот такого замечательного соревнования, через какое-то время эти же дети с разных районов будут вместе кататься по велодорожкам, которые активно строятся в городе Минске. Настоящий праздник, потому что родители, конечно, в будние дни с утра до вечера на работе, а сегодня, выходной день, они могут посвятить семье, своему ребенку и действительно с ребенком поучаствовать в спортивных мероприятиях. Велоспорт – это циклический вид спорта, и мы понимаем, что здесь в основном на ранних этапах, на небольших отрезках, это где-то развитие скоростных качеств, да, но в основном это развитие выносливости, скоростной выносливости и, конечно, командный дух. Потому что велоспорт – это своего рода, кроме индивидуальных гонок, там и командные виды есть, и действительно, как работает команда, от этого и зависит результат. Хотел бы им пожелать, чтобы были аккуратны. Второе бы я, конечно, хотел пожелать ребятам побед. Третье хотел бы пожелать, чтобы в следующем году, я уверен, что это мероприятие будут, чтобы они пришли, если они придут в следующем году, значит, то, что мы делали в этом году, им понравилось. И поэтому я хотел бы им пожелать, чтобы я их увидел, и все мы их увидели в следующем году, увидели новых победителей, и чтобы потом правильно лучшие из них пришли в велосипедный спорт уже как профессионалы.